Если вы носитель света, то не бойтесь темноты. Свет вам даст на все ответы и развеет черный дым. Только вы не уроните свет нечаянно из рук. Очень бережно носите, словно свечку на ветру. И тогда во тьме кромешной, даже в самой жуткой мгле, вам поможет свет нездешний, вам, живущим на земле.